Друзья, всем привет. Канал Young Fisher снова на связи. Ну что, ребят, наш легендарный ставочек. Сегодня мы будем пробовать ловить окуня, ребят. Сегодня мы приехали попробовать половить весеннего окуня. Посмотрим, что получится, ребятки. Будем ловить на живца, будем пробовать. Посмотрим, как откликнется окушок сегодня. Может быть, и щучка откликнется. Посмотрим. В общем, приехали ловить весеннего хищника. Жабки поют, солнце светит. Красивый рассвет, ребятки. Ну, я вам желаю приятного просмотра. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и написать в комментарии. Ну, а мы будем начинать, ребятки. Приехали, уже размотались, удочки стоят. Поэтому будем начинать, ребятки. Поехали. Отлично, ребят, вот и мой первый окушок подошел. Голодный, зараза, смотрите, как зажрал. Смотрите, какой красавец. Тухаша прям с лету взял, только закинул сразу. Он, видимо, на лету поймал, пока приманка опускалась. И клюнул. И зажрал хорошо, отличная поклевка, ребят. Все есть с почином, так сказать. Отношу его в ведро, перезаряжаюсь и продолжаю. Ну вы, ребят, посмотрите на этого кабанчика. Смотрите, какая красота. Это просто кайф. Только что взял, я только закинул, пока отошел протереть руки после воды. Смотрю, поплавка уже нету. И еле вытянул, так сопротивлялся, красавец. Смотрите на него. Просто красава. Ведет. Смотрите, ушел. Есть, ребята. Есть хорошенький. Смотрите, найс. Это такой не особо крупный. Но есть, ребят, продолжаем. Братва, это просто кино. Я просто в шоке. Смотрите, какая щучка взяла. Тихо, не мат. Смотрите, какая щука взяла. Только что она вот эту обычную удочку вытянула. Смотрите, ребята. Хорошая щучка какая. Такая, может, грамм 400 где-то. Не дает заснять себя. Резвая какая. Смотрите, ребят. Вот это да. Фух, как я ее вытягивал. Это жесть. Смотрите. Я просто в шоке. Ладно, ребят, у меня нету времени. Я в шоке. Знаете, как клюнуло? Просто выложила и лежал поплавок. Я думаю, ну блин. Что же оно под берегом стоит и лежит? Начал перекидать. А тут вот это взяло, я еле ее вытянул. Фух, руки трусятся, смотрите, какая красотка. Ну ладно, все, буду относить ее. Фух. Местные обитатели. Лебедя здесь, пара лебедей. Приплыли к нам. Переплывает. Ой-ой-ой, вот это я заснял. Красота. Красоты. И полетели, смотрите. Разгон набрали и полетели. Поднялся ветерок, клев немного утих, время 8:30 утра, рыбалочка наша продолжается. Итак, ребят, наше классическое дело на рыбалке, перекус. Время 9 утра, ребят,
последние полтора часа клёв ухудшился, поэтому стоит немного перекусить и с новыми силами снова начинать рыбачить. Сейчас быстро перекушу и буду перезаряжаться и так далее. За последние вот это полтора часа поймал всего лишь два небольших окушка. Клёв очень ухудшился. Только ставишь, ребят, свежего живца, сразу клюет окунь. Ну, окуня не такие, как утром. Утром намного крупнее клевали. Сейчас такое, ладошастики клюют. Ну, в принципе, приятно. Чего бы нет, ребятки. Красота. Перезаряжаюсь и дальше. Посмотрите, как кукушка сидит на самом краешке веточки. И одно куку слышно. Смотрите, как сидит. Плохо, правда, видно не очень. Но вот, то кукушка сидит, в общем. Ну вот, как я и говорил, только стоит поменять живца, сразу берет окунь. Смотрите, тем более еще и хорошенький взял. Отличный окунь, больше ладошки, 100%. Вот я реально говорю, вот только я поменял, только вкинул, сразу потопило. Но я не знаю, где на них живца набраться. Мы, в общем, ставили паучок, подловили он паука. Ой, паука. Живца немного. Так что продолжаем рыбалочку, а то у нас тот, который мы брали с собой, закончился и пришлось долавливать. Итак, есть, ребят, отлично. Очередной хороший кушочек только что взял. Красота. Смотрите, очередной хороший горбатый клюнул только что. На живца все по классике взял, жадно потопил, зажрал он, хорошенько зажрал, сейчас буду пытаться достать. Красота, ребят, смотрите, какой красавец. Да есть же он, ребята, хорошенький окушочек. Только что на себелька небольшого взял. У нас есть, правда, горчаки еще, но мы их не используем, потому что ну, окунь больше себеля любит, ребят. Ну, смотрите, какой красавчик. Отличный такой крупненький окушочек взял. Красота, ребят, красота. Если давно искал место, где можно пообщаться о рыбалке, то вступай в дискорд-сервер по ссылке в описании. Оп, ребят, еще одна красавица щука, примерно такая же, как и прошлая, взяла по размерам примерно такая же. Фух, как я ее тащил, только что смотрю, поплавок просто резко ушел под воду, даже и не церемонилась она, но самое интересное взяла за краечек, ну вот она, красавица. Фух, только что еле вытянул, но вообще кайф получил. Отлично, ребят, еще одна есть. Ну что ж, друзья, вот такой вот улов нашей сегодняшней рыбалки. Правда, вся рыба уже дохлая, но вы посмотрите, насколько она крупная. Окуняча — это вообще просто амбал, просто хорошая рыба. И щучка такая полкило, но правда она уже сдохла, но щука хорошая, ребят. Ну, рыбалка удалась, рыбалка реально удалась. Погода радовала, было тепло. Солнышко светило. Единственный минус то, что ветер в лицо дул. Ну, ничего страшного, пересидели, но зато нас наградило вот такой вот хорошеньким уловом. Ладно, ребят, все, мы уже сматываем удочки и едем домой. Ну что, друзья, вот такой вот видос у нас получился. Вот такая вот рыбалочка у нас получилась. К огромному сожалению, она подошла к концу. Это одна из таких рыбалок, которых не обязательно запомнится, потому что она была очень крутой, ребятки. Клев сегодня очень порадовал. Попалась щучка где-то полкило. Крупные окуня радовали. В общем, сегодня прям рыбалочка, я считаю, на 1000000% удалась. Так что, ребят,
Надеюсь, вам этот видос понравился. Вы поставите ему лайк, напишите в комментарии, как вам он. Подпишитесь на канал. Ну, а мы уже собираемся, ребятки, и будем ехать домой. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. Всем удачи, ребятки. Всем пока и до новых встреч, ребят. Пока-пока.